Ульяна. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы нас боитесь? Нет, пока. Точно? Точно. И слава богу. Что будете петь? Falling. Keep on falling. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. Что вы хотели нам донести данным исполнением? Донести. Ну, сказать о том, что даже в Смолевичах знают, у каждой девушки красивой должно быть дорогой, маленькое черное Антон, платье. Антон, дорогой, что там Ульяна хотела донести нам, до ну, нас? Ну, я хотела, ну, как мне казалось, хотела показать, что умею петь, и что это не единственный мой талант. Ого! Какой у вас еще есть талант? Ну, я учусь в медицинском университете на пятом курсе, и я считаю, что если я учусь на врача и на этом курсе, значит, это уже талант. То можно лечить идти на поющие людей. Города. А у вас какая специализация? Вы... Я лечебник, но в дальнейшем буду решать. Много-много разных вариантов есть. Ульяна лечебник, ее можно прикладывать к больному, например, месту. Можно к больному артисту ее прикладывать. Возьмите в полуфинал девушку. Тебя уже вон приклад... Да, уже приложили, сразу же, смотрите, рука как я заработала. Я хотел бы прислушаться к мнению Анастасии. Что же скажет Анастасия по этому поводу? У меня сейчас разыгралась какая-то богатая фантазия. Я представила, как Ульяна в белом халатике. Да. Со стойкой на, в руках. На приеме. Ролевые правда? Игры все-таки. Это точно ваша фантазия или это то, что вам на ухо шептал Иван Айплатов? Я где-то видела, на видеокассете где-то был, да. Так. Ну, сейчас отвлечемся немножечко на отвлеченную тему, поговорим. Как исполнение, как песня? Как... На самом деле, мне, конечно, подкупило то, что было начало акапельное, то, что вы попали в тональность потом. То есть, да, я считаю, для, что для доктора нужно, это очень сложно. Для доктора это сложно, да. То есть, нужно иметь абсолютный слух, чтобы потом тут с фонограммой не разобраться. Тут артисты некоторые не попадают. Некоторые артисты в ноты не попадают. Вот, но это как бы меня сразу подкупило. Но потом мне показалось, что... Как-то много вы покрикивали, какие-то куски вроде ничего были, а какой-то немножко такой неровно было все это, да, абсолютно. Да, да. Есть над чем работать. И неровно и одновременно ровно. Не было никакой кульминации. За эти полтора минуты, которые вам даются, все равно нужно какую-то до кульминации довести свое выступление, несмотря на то, что, может быть, музыкальной кульминации нет, но вы должны нас как бы зажечь. И вот я думаю, что Саша Немо сейчас вот расскажет все, что вы... Да, я хотел бы, да, у Женечки спросить. Евгения, пожалуйста. У меня одна просьба. Вы такая красивая. Ну, зачем вы делаете так? Милые девочки, у которых рост дальше 1,70 м, выпрямите плечи, поднимите шею наверх. Вы прекрасны. Но вы, когда начинаете волноваться, вы закрываетесь в коробку. Не делайте никогда этого. Несите себя достойно. Выпрямляйтесь. Ну, вот сейчас. Нет, не стойте, не кивайте мне головой. Выпрямитесь наверх. Ну. Прямо сейчас. Вот, все, спасибо большое, вытягивайте. Потому что, когда вы выпрямляетесь, мужчины тоже в некоторой степени выпрямляются, поэтому, так что будьте всегда стройненькими.
И очень правильно было сказано по поводу ровности вокала. Это очень важно, потому что если бы вы сейчас себя со стороны послушали, вы бы сами услышали свои недочеты. Вот над ними и нужно работать. Женя, как вы считаете, есть там хореография у нас потенциал? Нет, на самом деле Ульяночка очень эмоционально. Да, видно, что ты волновалась, но я считаю, здесь есть чем работать. Есть над чем работать, да. Ульяна, спасибо вам огромное. Я думаю, что вы впервые за долгое время вспомнили, что же такое волнение в медицинском вообще об этом слове. Уже все позабыли. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам всем.